И вот песня с нового альбома, которую мы уже практически записали, она лежит у нас на сайте, и там и видеоверсия есть, потому что там как бы такой сюжет сделан. Я немножко рассказываю про этот альбом. Вот. А идея песни мне пришла вот когда я в силу своей деятельности, я еще занимаюсь немножко там фото и видеоартом, у меня была выставка. Вот весной этого года моих фоторабот. И вот люди, которые звонили там, ну обычно, когда вот выставка открывается, там такой небольшой фуршет за счет галереи. И вот мне кто звонил там, ну да, вот у тебя... И такая все время фраза была, а кто там еще будет? Вот. Организовал я концерт Троицкого. А кто там еще будет? Организовал я концерт Дани Селигери. А кто там еще будет? Ну, вы, наверное, знаете, да? Вы, наверное, сами задаете такие вопросы. Ну, с одной стороны, это как бы естественно. А с другой стороны, такой момент, вот какого-то такого выгадывания существует. Имеется в виду, идти мне никуда не идти, а кто там еще будет? Типа, как я там буду среди этих, кто там еще будет смотреться? Вот. Я написал такую песню, как бы вот сборная. Такой сборный портрет вот этих выгадывающих людей, которых приглашают на фуршет, и вот они достают расспросами, в один из которых, а кто там еще будет?